От бела лица до матери Сура земли, народ, земной поклон от меня прими. Я, кот Баюн, хочу поведать вам о Каляде, и поэтому с днем рождения. Удивляетесь вы, почему с днем рождения? А потому что Каляда – это рождение нового солнышка, рождение нового времени. И происходит оно в самую темную ночь, в самый короткий день. Рождается юный Божич, приходит он с Млечного Пути, чтобы завращалось новое колесо времени, чтобы потекла река жизни в русле новых возможностей. И поэтому, как есть у каждого из нас свой день рождения, то есть своя Каляда, начало своего времени, так и у всего нашего мира, у всего нашего народа честного есть свое день рождения. Рождается солнышко в нашем мире, в нашей Руси Северной, в день зимнего солнцестояния. И это определяет весь год. Ведь посмотрите, у разных народов разные дни рождения. Например, существует Новый год зороастрийский. Он начинается с 1 градуса Овна, 21 марта. Существует Новый год в Индии. Он летом начинается. Существует Новый год в Египте, он, вернее, существовал, он начинался в сентябре. И начало показывает, какие задачи должен решить народ. У нас с вами на севере рождается Каляда в день зимнего солнцестояния. То есть это время, когда Земля, Матушка, вращаясь вокруг солнышка, меняет свое направление движения. Мы двигались к зиме, а с этого дня начинаем двигаться к лету. То есть мы с вами живем во время роста солнечного света. Поэтому и задача наша – растить солнечный свет в себе, в роде своем. И тогда народ наш будет светочем. Благодарю вас, а дальше продолжу я. Здраво будьте, люди добрые! Скоро Каляда, время рождения нового солнца. И я, кот Баюн, очень рад, что все мы с вами сможем провести этот праздник в кругу своей семьи. Для этого я приготовил свой новый курс, в котором вы узнаете о празднике Каляда, о празднике рождения нового солнца, какие песни петь, как проводить его всем вместе, как загадывать, планировать прекрасное будущее. Пожалуйста, проходите в группу, обязательно подписывайтесь на уведомления нашего канала «Сказок от Абаюна и Скалосвета». И новый курс ждет вас, дорогие родичи. Он будет насыщенным и очень-очень интересным. Жду вас!